Нет, ничего не изменилось. Все так же. Мы не часто ездим. Ага, ну тоже много народу, как и было. Да, конечно. Я с метро Выборгскую, до метро Выборгскую еду, мне там удобнее. А. Стали останавливаться, муниципальный стал как бы транспорт, и там ходить можно. Единственное, что надо отрегулировать им, как сказать, интервалы. Там трамваи ходят и автобусы, вот, все в одну кучу всегда приходит. Но так, в принципе, хорошо стало. Да, это нормально, как и было. Как и было, как, так, так хорошо, ничего не изменилось, да? Нет, не заметила. То же самое, так? Да, просто мы в Туру ездим только на одном автобусе, в 96-м. То есть не прибавилось, и все так же в толкучке, да? Да, мы так же стоим в очередях и ждем. Какой маршрут? А какие-то маршрутки же изменились, убрали. Какие-то автобусы добавили, заметили вообще? Нет. По-моему, все осталось так же, ничего в ту же сторону, мне кажется, не поменялось. Нет, все так же. Все отлично. Меня ничего не убрали, вот я почему. То есть то, что я ездила на тех же автобусах, так и продолжаю ездить. Поэтому я не могу сказать.